Ола, амигос, на связи Матвей. Сегодня хочу представить вам новую рубрику на своем канале, в которой я буду вам показывать свой путь до Лиги Чемпионов в арене Fortnite. И возможно вы уже смотрели подобные видео на канале Мелвера или у других авторов, но хочу вас предупредить, что моя рубрика будет сильно отличаться от всех, которые вы видели до этого на YouTube. Ведь я собираюсь поднимать Лигу Чемпионов в мобильном Fortnite, играя на своем Android телефоне против ПК игроков и консольщиков. Расскажу, с какими трудностями сталкивается обычный мобильный игрок Fortnite, играя против киберспортсменов на ПК и консолей, ну а также буду показывать интересные моменты из игры, которые я успел заснять. При этом недавно арена сбросилась и Epic Games представили новую систему зачисления ПТС, так что думаю, это видео будет актуально. Ну а перед тем, как мы начнем, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на этом канале, если ты так же, как и я, играешь в Fortnite на своем мобильном устройстве, то обязательно оформляй подписку. Тут ты сможешь найти единственный и самый лучший контент по Fortnite Mobile во всем СНГ. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора MATTEWKAR смело води, покупай исключительно с ним. Также теперь вы можете напрямую финансово поддерживать наше сообщество через Donation Alert. Ссылка в описании. И теперь в каждом видео я буду озвучивать трех последних донатеров плюс еще топ-донатера. Подробности о привилегиях доната вы можете также узнать на моей страничке Donation Alert. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте я вам наконец-таки расскажу, как же обычный игрок на телефоне поднимает чемпионскую лигу в арене Fortnite, играя против ПК игроков и консольщиков. Уверен, такого вы еще нигде не видели. Ну а я напоминаю, что Epic Games поменяли систему начисления ПТС в арене. Лично мне эта система очень сильно нравится, потому что стали давать больше ПТС за плейсмент, что будет заставлять игроков играть менее агрессивно. Ну и вообще, что я могу сказать об арене Fortnite? Насколько вы должны знать, то я не очень сильно люблю режим арены, из-за того, что это достаточно потный режим, а мне больше подходит казуальная игра. Насколько я помню, то в арене я максимум набирал 4000 ПТС. Это было в 12 сезоне, я тогда очень сильно задротил Fortnite и постоянно играл в арену. Далее я как-то перестал играть в этот режим и в среднем вплоть до этого сезона набирал около 2000 ПТС. Иногда за сезон я набирал их более 3000, а иногда их количество не превышало даже 1000. Но в этом 17 сезоне я решил выйти за рамки и ради интереса и контента на канал попробовать добить 8000 ПТС. За первый час игры я смог набрать около 1000 поинтов. Сразу можно заметить мой прогресс в игре, ведь когда-то давно в 13 сезоне я снимал видео на канал с экспериментом и проверкой того, сколько поинтов я смогу набрать на арене за 1 час игры. Тогда я смог набрать всего лишь 500. К сожалению, за все время игры я не смог ни разу занять топ-1 и в основном фармил ПТС на убийствах своей мейнлоки. И за все время игры на низких дивизионах я смог выявить как минимум 3 основные проблемы для мобильного игрока в арене Fortnite. Первая проблема, как ни странно, это низкий FPS. Ведь все мобильные игроки на данный момент играют в Fortnite только исключительно с Android устройств, а насколько мы знаем, то оптимизация Fortnite на Android оставляет желать лучшего. И вот представьте теперь, каково это играть человеку в Fortnite с Android, у которого еле-еле стабильно 45 FPS против чувака на компьютере, у которого как минимум 120 FPS. В этом плане мне везет, потому что у меня телефон официально поддерживает стабильно 60 FPS в игре, поэтому это не такая уж актуальная проблема лично для меня, но в общем от этого страдает много кто. Следующая проблема в арене, которую я смог заметить, связана конкретно с игроками. Дело в том, что в арену я по сути пока что играю на низких дивизионах, где априори по логике не должно быть профессиональных игроков. Но вплоть до 3-го дивизиона каждая катка у меня заканчивалась примерно так. Делаю я около 5 киллов, начинается лейт игра, я застраиваюсь в бокс, и тут с того ни с сего меня начинает викить какой-то нереальный киберспортсмен, который я вообще не понимаю, что забыл на таких низких дивизионах. Дело даже не в том, что я просто как-то слабо играю и не могу его переиграть. Это реально какой-то лютый задрот, у которого обычно плюс 10 киллов, он просто бегает по всей карте и убивает всех подряд. У меня бы не было претензий, если бы я встретил этого игрока, допустим, хотя бы на 6-м, 7-м, 8-м дивизионе. Ну так это ж, блин, первые 3 дивизиона, на котором обычно играют не такие уж и скилловые ребята. Я не понимаю, что же он тут забыл. Да и вообще, я уже могу отметить самую главную сложность в пути к Лиге Чемпионов. Проблема в том, что когда ты играешь на начальных дивизионах, в случае поражения ты ничего не не теряешь. То есть, например, у тебя не берут плату за проезд на боевом автобусе. Соответственно, когда тебя враг видит, то он вообще не задумываясь идет с тобой фатиться, даже не подумав о том, что он может умереть, например, и не дожить до лейт игры. Да и лейт игры здесь по сути не существует. В лейте остается максимум человек 5, и игра происходит по типу пряток. То есть существует один нереальный киберспортсмен на низких дивизионах, который просто бегает по карте и ищет слабых ребят, которые от него спрятались. Грубо говоря, можно сказать, что на низких дивизионах просто не существует лейт игры. Все веселье происходит только в начале самой катки. А дальше тебя просто находит какой-то нереально лютый задротер, который почему-то оказался во втором дивизионе и убивает тебя за считанные секунды. Именно поэтому пока что я на первых дивизионах варенье стараюсь отыгрываться только в начале игры, ну а дальше уже как пойдет. А еще прибавьте к этому тот факт, что я играю на телефоне, а всякие гиперспортсмены против меня все играют на компьютерах по 144 FPS. Так что, как видите, мобильным игрокам на арене сейчас приходится не сладко, выживают только самые сильнейшие. Все же, даже несмотря на этот факт, я буду стараться играть и буду надеяться на то, что к концу этого сезона я смогу достичь Лиги Чемпионов. По крайней мере, думаю, свой прежний рекорд в 4000 ПТС я точно смогу побить. Ну и по итогу могу сказать, что за 1 час чистой игры в арену я смог получить 950 ПТС. Думаю, начало достаточно хорошее. Ну а так, огромное спасибо вам за просмотр этого видео. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы еще хотели видеть в этой рубрике. Может, вам показывать больше геймплея и разбирать свою каждую игру отдельно, или вам наоборот нравится, когда я рассуждаю в общем о своих проблемах, с которыми я сталкиваюсь во время игры в арену. Ну а также, если вы хотите видеть вторую часть, то обязательно ставьте лайк на это видео, ведь я выпущу вторую часть, как только под этим видео соберется более 500 лайков. Оно того стоит, ведь подобные видео делать очень сложно. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей, hasta luego.